Всем привет! С вами Кастер канал, с вами По, и я Полинка. Сегодня будет такой тоже новый контент. Вы заметили, у нас каждое видео новый контент. Кстати, если вы еще не подписались на мой канал, самое время это сделать. Подписываемся. Если вы на компьютере, то вот здесь кнопочка. Кто нужно опуститься вниз, а если на телефоне, то вот здесь есть кнопочка. Нажимаете на нее, высвечивается здесь подписаться, нажимаете подписаться. Вот так вот, да. Обязательно поставьте лайк и напишите какой-нибудь интересный комментарий. Также можете написать, что мне снять в следующий раз. А сейчас погнали к ролику. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот, такого вот клона. Да. Привет, клон. Круто, да? Мне тоже это очень нравится, этот эффект. В общем, сегодня я покажу, как его сделать, обучу вас. И погнали! Итак, сейчас я вам это и покажу. Первое, что вам нужно, это зайти в KineMaster. В описании я оставлю ссылочку, где его можно скачать именно с таким как бы модом, который у меня. Потому что не во всех KineMaster можно так делать. Так, заходим, создаем новый проект, выбираем мультимедию. Добавляем наше первое видео, как бы основное. Вот оно у меня. Не сюда. Вот оно. Теперь ищем момент, где нам нужно подставить именно этот слой. Так, это я прошу подписаться на канал. Вот так вот, да. Также можете написать, что сделать. Вот, у меня это 46,5 секунд. Дальше нажимаем вкладку «Слой мультимедиа». Выбираем наше второе видео. У меня почему-то получилось оно намного темнее, видите, да? Я не знаю почему, поэтому мне очень сложно подобрать этот контраст и оттенок цвета, и просто цвет. Вот. Дальше мы нажимаем вот этот вот значок. И у меня лично видео должно быть справа. Если у вас должно быть вверху, внизу или слева, то нажимайте слева. Вот, у меня оно будет справа. Выбираем, выбрали галочку. И вот что у нас сейчас получилось. Вот такой вот. Видите, у меня здесь сдвижение такое неудобное. У меня там лежит медведь. Я когда садилась первый раз, я его не двигала. А второй раз я его случайно подвинула, и получился вот такой вот косяк. Из-за этого у меня сильно видно, когда я вставляю клона. Вот. Если у вас там не будет медведя, у вас его там не будет, да, то лучше его там не делать, потому что мешает там. Я вот двинула. Если бы я его не двигала, да, было бы эффектно. Сейчас сдвинула. Случайно. Так, дальше мы нажимаем на этот вариант и подравниваем, куда нам лучше надо. Так, идем. У меня и сердечки чуть-чуть не подходят. Мне бы как бы повыше, что ли, чуть-чуть сделать. Вот так, может быть. Как-то так. Так, дальше смотрим, что получилось. Вот. Вот, уже ближе. Но видите, медведь все равно заметно. Ну ладно. Теперь, как вы видите, у меня разный фон, цвет. И вообще все видео разным цветом. Нужно подровнять видео. Сначала мы, конечно, подравниваем основное видео. Так, мы выбираем настройки цвета. Так, подводим цвет под этот. Так, уже ближе. Здесь не знаю, что выбрать, какие-то все странные, так что вот так. Ну, как-то так, вот. Что у нас получилось? Покажу, как сделать. Видите, смотрите на медведя сейчас вот и сейчас. Ага, он в другой позе, ну ладно. Видите, у меня еще как-то качество, свет как-то то прыгает, то нет, не понимаю почему. Вот, поэтому опять нужно подравнивать. Ну, конечно, идеально подравнять очень сложно. И я считаю, это и не нужно никому. Нет, нам не оттенок цвета, нам нужны настройки цвета.
делать ее как можно светлее, что ли? Так, теперь это подгонять. Вот первое видео легче подгонять. Так, опять это, блин, чемодинок, настройки. Вот. Так как у меня прыгает свет сильно, мне сложно подогнать везде. Вот я в одном-то нормально подгоняю, а потом свет меняется, и, короче, получается, опа. Так, так, так. Вообще сложно подогнать. Ладно, в общем, я оставлю такой так, вот, наверное. Такого вот клона. Да. Привет, клон. Круто, да? Мне тоже это очень нравится, этот эффект. В общем, сегодня я покажу, как его сделать. Обучу вас. И погнали. Видите, у меня второе видео затянулось. Мне нужно его обрезать. Как обрезать, тоже очень легко обрезать. И обрезать какую, левую или правую часть? Нам нужно обрезать правую часть. Да. И вот все и получается. Вот. Короче, если постараться, если подольше посидеть, то можно подровнять. Но так как это видео для у меня просто обучающее вам, мне само это видео не очень надо, то я не буду заморачиваться. Вот. А вы можете заморочиться, если вам надо. Ну, и все. Ребята, спасибо большое за ваши просмотры, за ваши лайки. На канале набралось уже 10 000 просмотров. 10 000! Офигеть! Я в шоке. Этот шок я передала эмоциями своей группе ВКонтакте. Кстати, ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь. Вот. В общем, спасибо. Также 252, что ли, сейчас подписчика. Может, уже меньше, может, уже больше. Они быстро прибывают и уходят. Топ! Просто супер. Спасибо вам за это. Спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, я вас научила делать эффект клона, как он как-то так называется. Вот. И, наверное, все. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайкосики. Пишите крутые комментосики. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. И всем пока. Пока-пока. Жу-жу-жух.